10 тысяч розовых воздушных шариков раскрасили в минувшие выходные улицы Кабула, столицы Афганистана. Их раздают прохожим 100 добровольцев. Цель акции – вдохновить афганский народ думать о том, как восстановить мир и счастливую жизнь в этой стране. Мы хотим показать миру и народу Афганистана, что если мы сможем раздать 10 тысяч розовых шариков здесь, это будет 10 тысяч возможностей осчастливить кого-то сегодня утром. На протяжении 3 десятилетий Афганистан раздирали война и нищета. И сегодня Талибан продолжает держать в страхе население страны. Последнюю атаку боевики предприняли в столице в минувшую пятницу, взорвав в центре города 2 бомбы. Опасения вызывает и то, что к концу этого года основная часть сил НАТО покинет регион, и в борьбе с террористами афганцам придется полагаться лишь на собственные силы. Розовые шарики, конечно, не могут нейтрализовать бомбы, однако, похоже, действительно помогают справиться с тем, что порой губительнее любых бомб – апатией и безнадежностью в людских сердцах. Эти шары несут народу Афганистана послание мира. Я держу его, потому что хочу мира в Афганистане. Сами по себе эти шарики пустяк, но они очень важны для людей, потому что символизируют мир. Это показывает, что все афганцы хотят мира. Лично я хочу мира, поэтому держу этот шарик. Идея проекта принадлежит нью-йоркскому художнику Ясмане Арбаледе. Если этим утром, когда мы раздавали 10 тысяч розовых шариков, был хоть один человек, который улыбнулся или который спросил об этой акции, то она уже удалась. Идея в том, чтобы люди заинтересовались, что это и что оно означает, и принесли домой надежду, чтобы они в условиях этого общества и войны, а также в контексте истории Афганистана, задумались о возможностях. Арбаледа уже проводил похожие акции раздачи шариков в Индии, Японии и Кении со схожим посланием.